Всем привет, с вами снова Влад, и добро пожаловать на очередной урок оригами. И в сегодняшнем уроке мы будем создавать с вами вот такую замечательную бабочку из бумаги. Итак, приступим к ее созданию. Нам понадобится квадратный лист бумаги. Итак, возьмем лист А4 и сделаем из него квадрат. Так, лишнее отрезаем ножницами. Так, лишнее отрезали, убираем в сторону. Итак, есть, разворачиваем наш лист бумаги. И вот у нас получился квадрат, который уже согнут по одной диагонали. Если у вас был квадрат изначально, который не был согнут по диагонали, то так возьмите и вот так вот согните. Так, есть, разворачиваем. И теперь согнем наш квадрат по второй диагонали. Берем вот таким вот образом и по второй диагонали сгинаем. Так, пальцами здесь хорошо прошлись. Есть, разворачиваем наш лист бумаги. И вот у нас уже наметилось две линии диагонали. Теперь переворачиваем наш лист бумаги и согнем его пополам. Итак, есть, теперь развернем наш лист бумаги вот таким вот образом. И вот так берем за две стороны наш квадрат и вот таким вот образом сгибаем треугольник его. Так, есть. И вот у нас получился вот такой вот треугольник, как мы видим, да? Так, теперь что мы делаем? Мы берем два уголка нашего треугольника и вот так вот сгибаем по линии, по центральной вверх. Итак, согнули, точно так же делаем второй угол. Итак, согнули, и вот что у нас должно получиться. Теперь перевернем наш лист бумаги. Есть. И вот этот вот низ мы должны согнуть вверх, где-то до вот этого вот момента. Берем всю вот эту конструкцию и вот таким образом вверх сгинаем, чтобы вот здесь осталось где-то 2 сантиметра. Так, вот так вот согнули, хорошо, есть. Прогнули здесь хорошо все пальцами. И вот что у нас должно получиться. Теперь переворачиваем наш лист бумаги. Так, и отворачиваем здесь вот, вот этот вот уголочек вниз. Вот так мы его отвернули. Видим, что здесь вот тянется у нас лист бумаги. Мы вот таким образом тянем вниз наш уголочек. И вот здесь формируем вот так вот. Вот такой уголочек. Вот так берем пальцами, прижимаем его. И вот что у нас должно получиться. Теперь точно так же делаем с этой стороны. Точно так же опускаем вниз. И вот так вот пальцами этот уголочек так вот равняем. И вот что у нас должно получиться. Теперь опять же переворачиваем наш лист бумаги. Итак, есть. Вот какая фигурка у нас должна быть. Теперь возьмем вот этот вот уголочек вот верхний и загнем его вот таким образом назад. Итак, загнули. И теперь опять же согнем вот этот уголочек опять же вверх, чтобы он чуть-чуть торчал из этой всей конструкции. Где-то вот так. Вот, как видите, вот так должно быть. Теперь что мы делаем? Мы согнем эту фигуру пополам. Вот таким вот образом. По центральной линии пополам сгибаем. Так, есть. Хорошо тут прогнули. Так, и разворачиваем опять же, чтобы у нас просто наметилась эта линия и изгиб был. Теперь мы что мы делаем? Я возьму ручку, намечу вам линию изгиба. Так, следующий изгиб должен идти вот от вот этой вот точки до вот этой вот. То есть изгиб должен идти вот так. Итак, берем эту всю конструкцию, сгибаем по вот этой вот линии. Итак, берем вверх, сгибаем. Итак, есть, перегнули хорошо пальцами. Так, разворачиваем. И теперь точно так же с другой стороны. Точно так же берем. Вот так вот. И вверх сгибаем. Есть, пальцами хорошо прошлись. Есть. И вот у нас получилось теперь тут три линии изгиба. То есть вот эти две линии и центральная. И теперь берем, слажем эту модель вот так вот пополам. И вот эти, по вот этим линиям. Таким вот образом. Так, и вот что должно у вас получиться. И вот что должно получиться внутри. Вот. Теперь что мы делаем? Мы эту всю конструкцию, наши крылья, должны опустить вниз. Берем вот так вот крылья. Так, и по вот этой вот серединке
мы должны согнуть наше крыло вниз. Так, вот так вот согнули. Переворачиваем нашу всю модель. И точно так же сгинаем второе крыло. Так, есть. Чтобы у нас было одинаково. И, в принципе, тут наша бабочка готова. Вот переворачиваем ее. И вот что у нас должно получиться. Вот такая бабочка. Теперь возьмем, придадим формы крыльям нашей бабочки. Вот так берем, чуть-чуть их подзаворачиваем, чтобы они у нас более так смотрелись. Так, можете раскрасить ее в разные цвета, там кружочки нарисовать. И очень даже будет прикольно смотреться. И вот и все, наша бабочка готова. Итак, с вами был Влад, прощаюсь с вами. Не забудьте подписаться на мой канал и просматривать мои видео, а также оставлять лайки и комментарии. И до новых встреч, пока!